Ну вот хотелось бы услышать от вас последнюю информацию, связанную с происшествием в Охотском море. Что к этому моменту последняя информация, что известно? На данный момент мы только что получили информацию, что судно «Андромеда» наконец-то подошло к Млечному пути, встретились. В данный момент, сейчас непосредственно, прямо сейчас происходит работа по перемещению двух человек с Млечного пути на Андромеду, где получится, что все, без исключения, обнаруженные люди будут на одном судне, на судне Андромеде. Ну и после этого, естественно, будет организована работа. Сейчас подходит следующее судно. В течение 2,5-3 часов мы ждем, когда подойдет справедливый спасательное судно, которое встретится с Андромедой и будет сопровождать это судно, соответственно, до города Корсакова. Ну, пока принято решение предварительно, что около 30 человек судно Андромеда будет пересажено на судно Справедливый. И два судна эти будут идти до Корсакова, где уже проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, расширенное под руководством губернатора. Все задачи непосредственно определены, силы и средства МЧС готовы к работе непосредственно в Корсакове, в Южно-Сахалинске. Мы дополнительно там нарастили группировку психологов, которые будут оказывать психологическую помощь непосредственно на территории Сахалинской области. Ну и по всем дальнейшим возникающим задачам готовы работать. А с чем связана вот пересадка 30 человек на другой корабль, на другой борт? Ну, это по согласованию руководства Росрыболовства и, соответственно, Росморечфлота и собственника, потому что у них есть необходимость в этом для целью решения вопроса безопасности вождения судов. Понятно. Ну вот, знаете, еще появляется информация, неофициальные какие-то источники, но тем не менее, что не удалось всех людей, вот 5 человек были в Магадан на самолете, на вертолете, да, переброшены. Говорят, что желающих было, ну, так сказать, больше, но им не хватило якобы мест. Действительно ли это так? Или почему только 5? Вот трех. Троих, да. Почему только 3? Нет, такой информации нет. Вчера по первоначальной информации проходили доклады с других судов, что общее количество там порядка 10 человек, которые нуждаются, и говорили даже, что они лежачие все, нуждаются в госпитализации. Потом по докладам руководителя поисковых работ на месте, капитана-координатора, что все люди отогрелись, напоили чаем и так далее. И оказалось, что в госпитализации нуждаются, вот изъявили желание 3 человека. Дополнительно были врачи на вертолете Ми-8 МЧС России на судно «Андромеда» высажены, которые осмотрели всех, и именно 3 человек по их рекомендациям осуществили санэвакуацию. Вертолет готов работать, на 5 полетел в том же направлении, готов был сколько нужно, столько бы людей мы, соответственно, переместили в лечебное учреждение Магаданской области. Все, у меня нет вопросов, сейчас буквально.